Где же твой корабль? Пусть будет Б-5. Уже пятый раз подряд выигрываешь! Защищайся! Я сделаю из тебя веселого Роджера и повешу на свой корабль! Упси! Да что ты! Это мы еще посмотрим! Нападай! Что за шум, господа пираты? Вы что, уже распаковали все сокровища? Сокровища? Какие сокровища? Ну вы что? Я же еще утром говорила про новый набор. Чего ждешь, Юнга? Палундра! Охуй-охуй, наши верные зрители! Отгадайте, что мы нашли. Настоящие сокровища! Ю-ху! Всем привет! Да, сегодняшняя наша распаковка пройдет очень весело. Ну что, Сэм Воробей, с чего начнем? Капитан Сэм Воробей, вообще-то. Для начала сверимся с картой. Хорошо. Понятно. Свистать всех наверх! В смысле, сначала займемся кораблем. Вас понял. Это затонувший корабль с сокровищами. Смотрите, какая огромная коробка, ребята, круто! На наш пиратский корабль напал кракен. А внутри 25 уровней приключений, вау! А вот и инструкции. Взорвем люк, спасем капитана, победим чудовище и найдем настоящее золото. Невероятно круто! Какого ты капитана говоришь? О, я думал, я здесь главный. Не расстраивайся, приятель. Спорим, нас ждет много интересного, даже несмотря на то, что ты сегодня не единственный капитан. Гляди, этот парень тоже раньше был капитаном. А здесь длинный список всего, что есть внутри. Посмотрим. Корабль и якорь. О, телескоп! О, Чеддер, меня раздели, Роджер. Ты открывать набор собираешься или нет? Я просто даю ребятам время поставить нам лайк. Так, а где моя красная пиратская бандана? А, вот же она. Воспользуемся магией. Вот так. Раз, два, три, жух. Упс. Что? Оу. Роджер, похоже, магия тебя подвела. Да, Сэмми, может, именно поэтому меня в капитаны и не берут. Но всегда можно обратиться к магии ножниц. Будьте аккуратны при работе с острыми предметами, ребята. Ага, а пока Роджер занят скотчем. Ой, моя шляпа. Ну и ладно, подпишитесь на наш канал, а я пойду изучу инструкцию. Да что с этим слаймом такое? Ребята, давайте повнимательнее рассмотрим наш корабль. Мне очень нравятся эти черные паруса, а череп с перекрещенными мечами просто нечто. А это, кажется, открывается. О, смотрите, ребята, это же морская звезда. Роджер, я, конечно, понимаю, тебе хочется рассмотреть корабль, но может стоит сначала помочь нашему капитану? Ты прав, Сэмми, давай спасем его. Вот так. Какой у нас классический капитан? Я про все эти костяшки и череп, золотой костюм не считается. Ладно, капитан спасен. Что дальше, мистер, я прочитал все инструкции? Надо победить чудовище! Но сначала найдем снаряжение капитана. Меч и все такое. А, я думаю, все лежит здесь, в потайном отсеке. Но как же его открыть? Взорвать, конечно! Попробуй факелом, Роджер. Вставим его вот сюда и... О, сработало! Чего ты удивляешься? Любой старый морской волк вроде меня знает все лучшие места для тайников. Ребята, смотрите, что я нашел! Откроем этот контейнер! Вау! Я такого еще не видел! Похоже на кинетический песок, но на ощупь не совсем такой. Будто какая-то пена. Ой-ой, оно двигается! Оно живое! В этом наборе нет ничего живого, Сэмми, не бойся! Хотя эта штука и правда как живая, еще и вооружена. Ладно, посмотрим. Тут у нас пистолет, кинжал и сабля. Вот это да! Ха-ха! Теперь мы легко победим кракена. Ну, говоря образно. Готовы? К бою! Роджер, это золото!
Ладно, маленький жадный слайм, забирай. А я пока достану сундук из Кракена. Ребята, смотрите, какой сундучок! Кажется, будто когда-то сам Дэвид Джонс был его хозяином. Заглянем внутрь. Вау! Ребята, это настоящее золото! Не могу поверить! О, черт! Роджер, мой милый, дорогой, великодушный Роджер! Ты же все-таки мой друг! Я решил поделиться с тобой этими монетами! Или лучше забирай их все, а мне отдай сокровища! Давай потом все поделим с Эмми. На этом корабле еще столько интересного! Теперь мы снимем Кракена с корабля. Готовы? Вот так. Ага. Ох, он, конечно, очень страшный, но все равно очень крутой. Вы согласны, ребята? А теперь потянем эту часть, чтобы открыть... кучу классных артефактов. Как же круто! Палец вверх, если согласны. Роджер, интересно, а что... Давайте хорошенько рассмотрим, что мы нашли. Это части штурвала. Может, соберем? Так. Защелкиваем вот так. И устанавливаем вот сюда. Эй, а он и правда крутится. Вот это да. А еще у нас есть якорь. И бушприт. Отлично. Но самое классное, что даже я здесь помещаюсь. Сэмми, на коробке написано, что на таком корабле нельзя выйти в плавание. Он же затонул, забыл? Не очень-то и хотелось. Ха, кажется, я нашел пушку. Но где же ядра? Роджер, ядра в глазах Кракена! Молодец, Сэмми, а я даже не заметил. Вставляем. Второе тоже заберем. Ну что, ребята, опробуем? Сэмми, вот так! Ладно, хватит играть, поставим ее на место. Роджер, а где... Ауч! Роджер! Прости, приятель, мне просто так понравился этот набор. Смотри-ка, галеонная фигура шевелится. Невероятно! А если заглянуть вот сюда, мы найдем... телескоп в стиле капитана Крюка. Я тоже знаю кое-какие фишки этого корабля. А здесь доска вытаскивается. Сейчас проверим. Хм. И правда, Сэмми? Что-то еще? А эта мачта умеет кое-что прикольное. Так, так. Ха-ха-ха. А знаешь, Сэмми, давай я буду играть с кораблем, а ты забирай все монеты себе. И сундук тоже. Моя прелесть! Итак, ребята, продолжим распаковку. Сэмми, что открываем дальше? Хм, сложный выбор. Думаю, эту с акулой внутри. Ух, как страшно. Акула так акула. Посмотрим, что у нас тут. 16 уровней приключений. Вау! Тут написано «спаси», «вскрой» и «а потом прокатись». Эй, Роджер, ты что, боишься акул? Я вот да. У них такие страшные зубы и... На самом деле, Сэмми, акулы и правда очень опасны, так что я бы избегал встречи с ними. Но хотелось бы посмотреть на настоящую акулу хотя бы разок. Хм, сзади на упаковке инструкция, Сэмми. Позаботься об этом. Вот и первые сюрпризы. Кинжал и карта. Круто! Посмотрим. Вау! Это какой-то остров сокровищ, еще и с вулканом. И 4 разные монетки. Минуточку. Не это ли первая монета? Ха, интересно. Да, она. Называется Панк-Песса. Таким образом, карта напоминает список коллекционера. Ладно, двигаемся дальше. Вставим кинжал в это отверстие. Вот так. И слегка провернем. Ой, на бутылке появилась трещина. Круто! Гляди, Сэмми! Вот
Роджер, верхняя часть акулы напоминает золотую броню! Получается, ее невозможно победить? Ну, так она точно стала сильнее! Вау, ребята, вы только посмотрите на этот трезубец! Не думаю, что он принадлежит акуле. Может, она проглотила хозяина? Слабо заглянуть ей в пасть! Ну ладно. Нажимаем вот тут и... О, тут и правда кто-то есть! Давай, малыш, выбирайся! Вот и он! Держи! Вот твой трезубец! Да, он точно член экипажа затонувшего корабля! Вернемся к нашей акуле! О, какой мягкий животик! А дальше делаем вот так! Отлично! Еще чуть-чуть! Да, спорим, рыбаки такое каждый день делают! Готово! Интересно, а что внутри? Как думаете, ребята? Ой, я вижу какой-то пакетик! Ну вот, теперь это похоже на обычную распаковку. Тут нарисован ножик, но я просто разорву, так безопаснее. Фу, какая липкая. Под этой жижей явно что-то интересное. Ладно, давайте немного ускорим процесс и узнаем, что это. Ого, ничего себе! А у меня для тебя слайд! Так, так, так. Спорим, внутри еще одна монетка. Но как ее достать? Судя по инструкции, надо положить его в воду. Правда? Ну, давай попробуем. Гляди, Сэмми, это же жемчужина! А внутри нее еще одна золотая монета. Потрясающе! А теперь сверимся с картой сокровищ. Ага, нашел! Дипси Стэш! Круто! Скорее, Роджер, дай мне мою прелесть! Держи, мой нетерпеливый жадный друг! Да! А я пока займусь остальными игрушками из набора. Надеваем седло на акулу вот так. Теперь наш малыш и правда может на ней прокатиться. Еще тут есть какие-то маленькие золотые штучки. Благодаря им наш пират сможет управлять акулой и не выпускать из рук оружие. Круто, не правда ли? Ставьте лайк, если согласны, и не забудьте подписаться. Вот так, приятель, держись крепко. Этот набор просто нечто. Я такого никогда не видел. Давайте еще раз все рассмотрим. Ребята, у нас осталась самая маленькая бутылочка с сокровищами. Какая классная! Мне так нравится этот логотип Treasure X, особенно этот монстрик. Тут все просто. Разбей, спаси и забери сокровище. А еще тут 10 уровней приключений. Ну что, приступим? Ага, начал новую распаковку без меня? Нет-нет, Сэмми, я только упаковку снял. Смотри, это карта. Я ей займусь. Надеюсь, там раскрыт секрет, как найти настоящее золото. А мы пока разобьем бутылку. Так, еще раз. Еще немного. Давай же! Ха, мне, кстати, понравилось. Так, посмотрим. У нас тут кальмар и сундук с сокровищами. Предлагаю начать с сундука. Положим его в воду и... Та-дам! Вот это да! Тут маленькая страшная рыбка. Похоже, золота тут нет, Сэмми. Ладно, у меня все равно целых две монеты. И думать об этом так приятно. Посмотрим, что внутри кальмара. Смотрите, ребята, ну круто же! Настоящее морское чудовище! Ну давай же, вылезай! Это было непросто, ребята, но я достал этого странного крокодила, покрытого слаймом. Фу! Да, жаль, что ни одной монетки. Ну, хотя бы слайм. Этой жижи тут хоть отбавляй, Сэмми. Вы только посмотрите на этого крутыша. Интересно, как его зовут? Ага, это у нас Асап Кроки. Отметим
него нужно найти еще 11 персонажей. Так что продолжай. Что ж, у нас еще 4 шанса. Надеюсь, попадутся все разные. Раз, два, три, бам! Роджер, я чур сундуки открываю. Держи, Сэмми. Так, а я займусь нашими близнецами. Интересно, какие игрушки спрятаны внутри? Ну же, вылезай еще немного. Почти получилось, ребята. Ох, выглядит, конечно, так себе. Вся игрушка в липкой жиже. И готово. Мы наконец-то их достали. Да, пока золота нет. Сэмми, что с тобой? Случилось то, что обычно случается, когда очень хочешь найти золото. Ты в воду упал? Ага. Может, это ты приносишь мне неудачи? Давай-ка я сам открою. Да пожалуйста. А вот и золото! А вы, ребята, пока встречайте 2 новых персонажа. Кто же вы такие? У нас тут Блинк Шейди. Давайте отметим. Он очень редкий. И Сид Фишес. Отлично! В этот раз я воспользуюсь магией. Вау! Круто, да? Посмотрите на этого синего кальмара, ребята. Скорее бы увидеть, кто прячется внутри. Ого, слайм похож на чернила. Родж, ой, упси. Я не могу достать своего персонажа. У тебя с этим тоже проблемы, как я вижу. Эх, да, Сэмми, но я уже почти все. Итак, кто у нас тут? У него фиолетовый костюм со знаком доллара. А если он рэпер? На это намекает даже кепка. Ха, получилось! Скорее забирай! Я оставил свои сокровища без присмотра! О, хорошо, Сэм. Ну что, рассмотрим наших новеньких. Справа мой, а слева Сэма. И оба умеют щелкать зубами. Круто! Наших рэперов зовут... Диджей Фрэнзи. Он тоже очень редкий. И Грандмастер Сплэш. Супер! Кажется, золотая лихорадка Сэма и на меня перекинулась. Готовы открыть сундук? Ты что, дразнить меня вздумал, веселый Роджер? Спорим, этот откроется первым. Ха-ха, ты бросаешь мне вызов? Ладно, Сэмми, готов? На старт, внимание, бросай! Давай, открывайся! Ну уже! А где же золото? Выше нос, Сэмми! Вместо золота мы нашли столько классных пиратов! Отличный улов! Давай внимательно их рассмотрим! Ребята, сегодня мы здорово повеселились, распаковывая наших потрясающих пиратов и морских чудовищ. Давайте еще раз на них посмотрим. Немного. Ставьте лайк, если хотите, чтобы мы распаковали еще больше игрушек в наших следующих видео. И не забудьте нажать на колокольчик. Иначе получите черную метку, и веселый Роджер придет за вами. Ох, Сэмми, пока, ребята. Скоро увидимся.